Йога и сумешники, мы продолжим проводить игру под названием Гибрик. Гандрик. Короче, куб, так сказать, уничтожитель. Да, не вышло у меня по одной серии. Это серия одна глава. То есть здесь уже пошли жопа какие-то тяжелые уровни. Но я испугался. Теперь я тупить начинаю. Так, нет, пошли сюда. Не мешала эта херь. Так, засейвились. Отдыхаем. Засейвились. Бац, готово. Теперь можно чистить, так сказать, любой прыгать вниз. Адские комнаты. Я не понимаю. Блин, это тяжко. Подождите. Да, это тяжело. А вот теперь легко. Готово. Но это серьезно такие головоломки, где нужно именно подумать головой. Так. Я застрял просто в обычных блоках, блядь. Ладно, давайте думать. Сложно. Мне нужно повернуться так, чтобы у меня пушка была здесь. Серьезно. Два. Готово.
Блин, а как бы так провернуть, чтобы я не... Здесь ясно. Зараза. А, ну, в принципе, да, вот так можно. Что такое мне это дает? По факту нихера. Не врубаюсь. Сложно, я не врубаюсь. Оно уже горит. Я не успеваю повернуться. Если бы там было бы больше ходов, а не 3, тогда можно было бы пройти, а так оно очень сложно. Смотрите, а что если мы сейчас вправо? Вправо нихера не будет. Если вверх, ну понятно, вверх это просто. Ладно, давайте так. О. Наконец-то. Неужто? А, я понял. А я вылететь просто могу? Там фиолетовая херня какая-то, там боеголовка, кажется. Ладно, плевать. Так, еще надо взять. Наконец-то я прошел уровень. 10 минут потрачено. Слишком головоломчивая игра. Сложно, очень сложно. Бам. Вопросы, что мне это дает? Наверху нихера. Как я по-вашему выключу луч хотя бы?
То есть, понимаете, мне нужно упасть. Ну ладно, допустим, это так. Но я не успеваю подняться. Что за бред? А что мне стрельнуть надо? Тут нигде нету ничего. Ну, я думал, может, дулом нужно упасть, но нет. А тут ничего нету с этой стороны. С этой стороны тоже ничего как бы нет. Тут точно кнопка никакая не спрятана. Нет. В чем здесь проблема? Здесь проблема понять, как мне подняться наверх. Тут нету кнопки, ничего тут нету. А лазер меня по-любому убьет. Вот, что мне и... И... Подожди, ребята, вот игра и закончена. Потому что там как бы закрыто. Тут нигде ничто не стреляется. Это не отвечает, потому что я тут зацепиться не могу. Походу все-таки, да, я заканчиваю игру на этом. Кнопок больше нету. Давайте я посмотрю, типа, прохождение, может там покажут как-то теперь пройти. Но я вообще не соображаю, поэтому ждите. Оказывается, народ. Оказывается. Я забыл про херню, что я могу стрелять, когда я в воздухе. Сейчас покажу, о чем я говорю. Один. Когда мы с вами падаем, мы можем стрелять. Ох. Вот в чем вся, понимаете, эта хвосточка. И как я понимаю, это сейчас на большинство мне такое дают. Теперь, короче говоря, я понимаю. Бац, бац. Ну тут уже немножечко легко, наверное. Ага. Добро. Так, а теперь мне нужно как-то вернуться обратно. Окей. Ну, в отчет. Здесь, блин, главное мне запомнить. Тихо. Бля. Я сдохнуть. Не. Можно сдохнуть, где-то есть? Да, ребят. Давайте я быстренько перезапишу этот моментик. Ой, бля.
Но там же не было сказано, что там бонус есть. Я не заметил его. Черт. Ладненько, не страшненько. Теперь понятненько. Так, здесь нужно моментик уловить, подождите. Ништяк. Теперь можно легко это сделать и выходить отсюда. Хотя я мог бы просто взять, переиграть уровень заново и дойти до этого момента. Ну, просто забрать и уйти с уровня. Мне кажется, мне бы тут ничего такого не помешало, так сделать ничего бы. Но это как-то уровень поспокойнее проходит на самом деле. Здесь главное знать... Блин, вот главное до рели запомнить, сколько мне нужно полностью оборотов на ту или иную сторону, да и все. Так, мы отправились на арену, вон оно что. Ага. А теперь вопрос. А, все, понял. Чё за бред? А, все понял. Вы думаете, это легко? Нихера. Бля. Там, короче, херня произошла, что мне нужно было сразу понять. Ладно, сейчас песню понимаю потихоньку. Так.
смотрите, мне нужно сделать так, чтобы на тот моменте уже стоял как надо. То есть раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Это не то. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Все. Не знаю, чем здесь сложность. Так, там сзади ничего нету секретного. Еее. А хотя нихера. Тоже, допустим, ничего такого. Главное знать последовательность. Ага. А какого черта я сдох? Без понятия, ладно. Окей, без понятия. Нифига себе. Ха. А теперь как мне здесь так сделать же? Блин. Так, так, так. Так, так, все отлично. О, главное ловить этот момент, когда ты уже в искре. Нужно ловить этот момент. Пока что идет нормально, то есть быстренько. Ага, тихо тебе.
Ага. Раз. Допустим. Ага, и только как-то так провернуть. Это, короче, то же самое, что мы тогда с этим проворачивали. Мне нужно... А, сейчас попробуем. А, давайте я просто сдохну. Все сделаю правильно. Так, 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 так. Пью, 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 пью. Я понимаю, что мне потом нужно будет еще обратно идти, ребята. А, прикольно. На всякий случай включим. Теперь в эту сторону. Туда. Так. Теперь мне нужно упасть и залететь. Отлично. Окей. Мы завершили уровень, но... А, уже битва с боссом. И? А, все, врубился. Там, короче, смотрите. Сейчас главное правильно этот. Моменты использовать. Вот я уже просрал момент. Первым делом мы с вами просто поднимаемся. После чего сейчас покажу. Вот опять я, видите, просрал момент.
Вот на этот я имею в виду момент. А, нихера себе. Так, а вторую фазу подождите. Тут три удара надо что-то делать. Знаешь, здесь... Не здесь. Ай-яй. Да, здесь нужно просто понять... Так-то. Я понимаю, лучше держаться так. Но он сейчас наверх, да, может поехать? А. Все, я врубился. Я понял. Так, хорошо. Я просрался снова. Ладно. Не беда. Стоп, а в смысле его не коснул? Я не по... Мне вот только с одной стороны было? А, я просто не успел. Забейте. Зря просто время теряю. А мне еще тут уровень с домом переигрывать. Хотя не, тихо-тихо назад. Я сейчас сюда специально так встал. А нифига, видите, я типа вздыхаю. На вторую, на последнюю фазу я вообще не понимаю. Ну это нихера, слышите. Все равно не шарю. Как мне это проделать? Ладно, буду учиться на ошибках.
Сначала сюда. Ага. Ага. Хера себе. Я понял. Надо сразу тогда подготовиться. Тогда нужно сразу было подготовиться. Окей, мы выполнили это. Для VIP-персон какое-то место. Ну, ребят, мы поэтому с вами продолжим в следующей серии. А, я как раз еще перед этим. Или давайте вместе с вами, ладно. Надеюсь, оно выйдет не полностью с игры. Нет, не полностью с игры. Тут не показывает, да, где что. Ну, здесь был камешек. Ладно, давайте нет, я лучше на этом закончу, ребят, с вами, а потом я заберу камень, и мы продолжим. Примерно я понял, что здесь нужно было, это там все, где этажи были. Вот, такие нужны, походу, кнопочки находить, которых нету. Можно было просто сразу с той стороны посмотреть, есть ли там кнопка. Да, есть тут это тоже кнопка на доме. Вот и все, ребят. Вот мы с вами, считайте, и забрали, но если бы я был внимательней. Я думал, типа, кнопка активировать можно потом. Все, надеюсь, она сохранилась. И давайте я гляну. Не, оно не сохранилось, нужно пройти, но, ребят, ну, в принципе, вы поняли. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.